Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат 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 шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат 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 шалом, субботний мир. Шаббат, шаббат, шалом, субботний мир. Шаббат, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Братья и сестры, приветствую всех вас. Шаббат, шалом, моя семья. Шаббат, шалом, всем святым, кто подключился. Аллилуйя! Слава Богу! Благословляю свою семью, благословляю всех друзей церковной реформации, всех братьев, сестер, верующих разных конфессий, деноминаций, религий, традиций. Да прославится имя Господне! Аллилуйя! Приветствую Господина Субботы Иисуса Христа, Машиаха и Иешуа, нашего Спасителя, Господа нашего. Аллилуйя! Благословляю вас всех, дорогие друзья. Аллилуйя! Пришествие Господне приближается. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя! У меня есть вот хлеб. Хлеб. Аллилуйя! Как раньше пели, да, помните, хлеб всему голова. Да, это так. Ты запомни, сынок, золотые слова, и какие там слова, дорогие слова. Хлеб всему голова, хлеб всему голова. Да. И для нас, верующих, это наипаче, потому что для нас хлеб – это сам Господь. Он есть хлеб жизни. Хлеб жизни, да. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Вот, и постараюсь вот так сюда вот сейчас вот, вот купить здесь хлеб. Это хлеб жизни. Чаша моя преисполнена. У меня здесь виноградный сок. Вот, слава Богу. Что еще еврею надо для счастья? Да, вот, встретить шаббат с Господом. Вот, плод виноградной лозы, хлеб из земли. Но самое главное, даже не плод виноградной лозы, даже не хлеб из земли. Для нас, новозаветных верующих, в новозаветном формате, самое главное, даже не это, самое главное, это хлеб, сошедший с небес. И лоза небесная. Это есть Мессия Иешуа. Это есть Иисус Христос. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Спасибо, драгоценный. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю тебя за все, мой Бог и Царь. Великий Государь, благодарю тебя, мой Бог, прекрасный, великий, могучий. Ты самый умный, самый красивый, самый восхитительный, самый удивительный. Слава тебе, Господь, слава, слава, слава. Благословен Господь, благоставляю великое имя Бога Всемогущего. Аллилуйя, аллилуйя, Бог Авраама, Исаака, Израиля. Аллилуйя, Творец всего видимого и невидимого. Братья, сестры, дорогие друзья, я в первой части вот пытаюсь сделать трансляцию, но из-за того, что телефон выключился, так внезапно батарейка села, то, значит, прервался я. Авраам пишет: шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Кстати, да, кстати, у меня в друзьях сейчас, ну, не в друзьях, не просто в друзьях, а здесь сейчас, здесь со мной, значит, ну, не прямо вот здесь в студии, но вот в церкви у нас Андрей, брат Андрей из Минска.
Классно, вообще, очень хорошее общение, вот, и мы с ним в очередной раз обсуждали сегодня как раз перед шабатом, вот, поездку мою в Гомель, в Минск, в Брест, то есть вот вместе, наверное, с ним как раз мы и прокатимся по Белоруссии. Молюсь сейчас об этой поездке, слава Богу. Вот, молимся за Румынию, за Бухарест, за братьев, сестер всех, за Богдана нашего, да, епископа, Богдан Ионеско в Бухаресте, в Румынии, в Лаэште. И пусть Господь благословит и ту поездку, и в Германию во имя Иисуса Христа. Служение в России, служение здесь, в Украине, в Грузии, в Молдове, в Беларуси, в России. Слава Богу, Господь благословен, Ты Царь Вселенной. Вот, и в первой части трансляции сегодняшней я сказал, что как раз шаббат сегодня вообще актуальнейший, просто актуальнейшая тема, потому что таким бичом нашего сегодняшнего мира являются проблемы главенствующие, является стресс, является вот этот трудоголизм, да, как вот говорят люди, да, вот, суета. Иисус говорил об этом, да, Иисус говорил, что как раз вот зерна Слова Божьего, да, заглушало что именно? Вот это вот как раз вот суета, да, и обольщение богатством, да. Не дай Боже, конечно, да. И поэтому, чтобы нам не осуетиться, чтобы нам не попасть под маммону, не в суету, очень важно, действительно, в Божьей заповеди это записано, ведь в конце концов, да, это не то, что это вообще это самое первое, самое основное, Божья заповедь, Божье слово. Вот, субботний день, вот сейчас пятница, вечер, завершается уже неделя рабочая, еще одна очередная неделя рабочая, и начинается новый день, субботний день. Я уже свечи зажег в первой части как раз трансляции сегодняшней. Во второй этой продолжаю. Слава тебе, Господь, спасибо. Но для шаббата, друзья, есть две главных причины. Какие? Помните, да? Первая причина – то, что Бог – создатель всего мира, видимого, невидимого, да, Он – творец наш, это первая главная причина. Шаббат был дан еще в раю, еще до грехопадения, еще до того, как все эти проблемы наступили. В нашей жизни, в нашем мире, да, Бог создал в шестой день, вот в пятницу, мы все пятница, будем так говорить, да, мы все родились, будем так говорить, в пятницу, человека Бог создал в пятницу, вот, это наш день рождения, общечеловеческий такой день рождения, вот, да, как гомо сапиенс, да, мы еще и гомо религаре, человек религиозный, да. Марина, да, Кацан, мы приеднаемся до ваших молитв. Аллилуйя, дякую. Андрей, шаббат, шалом вам, уважаемый Сергей, слава Богу. Да, надеюсь, вы меня видите, слышите, потому что что-то у меня опять прерывается. Ну, вроде... Так, шаббат, шалом, хаврим. Вірної суботи, кохані, друзі Божі, брати і сестри мої, діти Небесного Отця. Це я якраз тут писав, поздравляв на українській страниці. От, і сюди теж якраз помістив вот це поздравлення. Шаббат шалом, друзі. Да, і перша причина нашої радості еженедельної такої. Андрей, да, хвала Всевышнему, который по своему милосердию, измены любви своей освящает нас своими заповедями, да, и через нашу веру в пролитую кровь Господина Иешуа Мессии, Господа Иисуса Христа. Аминь, Андрей. Вот, слава Богу. И действительно, самая главная причина, что Бог создатель всего мира. Вот, и каждый человек на нашей земле, да, в этом мире тварном, который чтит, святит субботу по заповеди Господней, он тем самым как бы говорит всему миру, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, да, помните, как пелось, да, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир создан Богом, Творцом,
который 6 дней творил этот мир, 7-й почил и дал нам, людям, созданным по образу, подобию его, подобную же как раз именно и заповедь. Еще в раю, еще до грехопадения. И первый шаббат Всевышний Бог провел с нами, ну с нашими прародителями, пращурами, с Адамом и Евой. Да, всего человечества-то было, как я говорю, ты да я, да мы с тобой, всего-то Адам и Ева, мужчина и женщина. Но недолго музыка играла, к сожалению, недолго продолжалась эта идиллия, совершенно недолго, но память об этом райском шаббате, она помнится в человеческом роде, и она всегда сохранялась, эта память. Вот, Адам там 1000 лет прожил почти, вот, наверняка они с Евой тоже шаббатствовали из недели в неделю, рассказывая своим внукам, правнукам, праправнукам, прапрапраправнукам о том, что Бог, Создатель всего мира, в 6 дней создал мир, и 7-й почил с нами. Ну вот, все пошло не так, как надо, казалось бы, ну ладно. Вот, потом потоп, потом после потопа, некоторые такие развития человеческого рода. И вот 3331 год во времена Моисея эта заповедь стала уже де юре, не только де факто, а де юре заповедью Творца, записана перстом его на камне. Замечательно, аллилуйя. Вот, последних 2000 лет было очень непросто. Если честно говоря, то христианская церковь тоже поступала очень порой, ну, нехорошо, вероломно очень, к сожалению. Вот, подзабыли заповеди Господни. Вот, ничего, пришло время напоминать. 5 столетий назад началась эпоха Великой Реформации. Была эпоха Великой Деформации, да, ну, как написано, да, началась эпоха Великой Реформации. То есть была деградация, отступничество, началась эпоха восстановления, покаяния, исправления церкви. Это замечательно. Вот 5 столетий продолжается эта эпоха восстановления, возрождения. Медленно, со скрипом порой, но идет, слава Богу, дело. Продолжение предыдущего сообщения. Первородного сына его дарует нам оправдание, очищение, усыновление своего Святого Духа и доступ ко всем его обетованием, которые он дал Аврааму и его потомкам. Аминь, Андрей, аминь, аминь. Слава Богу, друзья, благословляю всех вас, возлюбленные, благословляю. Да, и первая причина, что он создал весь мир, а вторая причина какая? Что он нас вывел из Египта. Дай-дай-яй-ну. Если бы ты дал нам только лишь исход, даже этого было бы достаточно. Даже если ты бы вот вывел нас и провел через море, даже этого было бы вот так вот нам. Но ты совершал еще, еще, еще чудеса. И в нашей жизни много чудес, и ты еще, еще совершаешь. Но нам и этого было бы достаточно. Но ты, милосердный Бог, еще больше и больше совершаешь. Дай-дай-яй-ну. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Андрей продолжает здесь молитвенное такое послание свое, да тебе, святый Израилев, Отче неба и земли, слава и хвала и честь и благодарность за твой план спасения нашего, который осуществлен через Мессию Иешуа, первородного сына твоего. Аминь, брат, аминь, аминь, аминь. Так и есть. Аллилуйя, слава тебе, Господь. И, Андрей, просьба, там даже можешь прям вот все полностью, вот этот текст, без нарезок полностью, в комментарии оставить. Не в вот этих сообщениях, да, а прямо под видео. Было бы очень интересно вот полностью иметь текст такой вот. Потому что, тем более, что здесь мы только лишь сейчас пока трансляции мы читаем это. А там это могут прочесть все люди вообще, значит, кто заходит, ну потом будет уже эту запись, уже сохраненную смотреть уже, вот так вот, слава Богу. Ой, да, спасибо, Господь, спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Благословен ты, Бог наш, давший нам шаббат, давший нам субботу. Шаббат шалом, Господь, шаббат шалом, мой Царь и Бог. Поздравляю тебя с этим твоим святым днем.
Да, в 6 дней Ты сотворил весь этот мир. Спасибо Тебе, Господь, и хвала Тебе за это. А день 7 почил с нашими пращурами. Боже, благодарю Тебя, Господь, что на протяжении всех этих почти 6000 лет нашей истории человеческой память об этом рае, она сохранялась и сохраняется, пусть даже и в искаженных каких-то представлениях или далеких представлениях, но все-таки сохранялась и сохраняется. Спасибо Тебе за Слово Твое, за Библию Святую. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за те обетования, что при втором пришествии Сына Твоего, Иисуса Христа и Иешуа Машиаха, действительно святость субботнего дня вновь будет восстановлена общепланетарно по всей земле. Спасибо Тебе, Господь. И все народы, все племена, расы, культуры, традиции, забыв свои предрассудки, Боже, смирятся пред Тобою и в субботу будут приходить на поклонение Тебе, Господь Саваоф. Слава Тебе, Господь. Это великое чудо. В тысячелетнем царстве Христовом на этой земле действительно, Боже, великое чудо Шаббата будет сиять из недели в неделю, да, из субботы в субботу будет совершаться это Богопоклонение Тебе, Господь, спасибо. Опять все, как было в самом начале, в раю. Ты и человек, человек и Бог. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благослови народ свой миром, своим шаломом. Шаббат шалом, друзья, шаббат шалом, моя семья, шаббат шалом, детки, внуки, коты, шаббат шалом. Да, и здесь у меня вот на балконе моя живность пищит сейчас вот птенчик. Тоже, да, значит, вот прям аж как искушение такое, что больше, ну, больше дня целого, больше суток, полтора дня не было мамы этой голубицы, почему-то она пропала. Сейчас, слава Богу, а то уж волноваться стал уже за птенчика, как он выживет, не выживет. И слава Богу, перед шаббатом мамаша вернулась, слава Богу. Вот, сейчас опять птенчика кормит. Это хорошо. Вот, все дышащие хвалят Господа, благословляя весь растительный мир, благословляя весь животный мир во имя Иисуса Христа. А наипаче благословляю человеческий наш мир, благословляю во имя Господне, благословляю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Благословляю Израиль, шаббат шалом, Иерушалаим, шаббат шалом. Аллилуйя. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Господь, Бог наш. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Я здесь уже разломил одну из этих лепешек. Виноградный сок у меня, но я благодарю Бога не только за плод земной лозы, за лозу земную спасибо, Господи, конечно, но больше всего, наипаче, благодарю Тебя за лозу небесную, за Иисуса Христа и за хлеб благодарю Тебя из земли. Это прекрасно, восхитительно, Боже, но наипаче благодарю Тебя, в большей степени благодарю Тебя за хлеб, сошедший с небес, хлеб небесный Иисуса Христа. За Иешуа Машиаха. Аллилуйя. Благословен Бог наш, Иегова, Творец неба и земли, Отец, Абба, Отче, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое. Саваоф, аллилуйя. Эль-Шадай, аллилуйя. Воскресение и жизнь Ты, Господь, слава Тебе. Слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе. Благодарю Тебя, ибо так Ты возлюбил мир, всех нас, все истрадавшееся человечество, и все творение, возлюбя, Ты отдал самого себя, отдал кровушку свою за нас, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, что я имею жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе моем. Твой дар святой, подарок. Слава Тебе и хвала. Благодарю Тебя, Господь, что кровью Иисуса Христа, Сына Твоего, я спасен, исцелен, благословлен, освящен. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, слава
Слава Агнцу Божьему, сидящему на престоле. Слава Духу Святому Утешителю. Аллилуйя. Мы не сироты. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Христос в нас, упование славы. Празднуем, празднуем Шаббат, Господний праздник. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за кровь святую твою. Спасибо, Господь, Боже, за тело твое. Тело твое, кровь твоя. Это ты и я. Я и Отец одно. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Ты — это я — это ты. И ничего не надо нам больше. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо за наступивший шаббат этот. Спасибо, Господь, спасибо. Боже, как ты успокоился от дел своих, Боже. И мы успокаиваемся от дел своих, от дел наших. И входим в Твой божественный покой. Спасибо Тебе, Господь. Ты наш покой, Господь. Ты наше счастье. Спасибо. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Спасибо, Господь, за мир с небес, субботний мир, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. О, давину хай, о, давину хай. О, давину, авину малкейну, шеба шамаим, авину, отец наш, сущий на небесах. О, давину, отец наш, хай, жив, живой наш Бог. О, давину, хай, о, давину, хай, о, давину, хай. О, давину, о, давину, о, давину, хай. Ам Израиль, хай, народ Израиля жив. Божий народ живой, потому что ты наш Бог живой. О, давину, о, давину, хай. О, Ишуа, хай, аллилуйя. Ам Израиль хай, народ Израиля живой, аллилуйя. Ам Израиль хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай, хай. Эйвейну шалом алейхем, эйвейну шалом.
Шалом алейхем. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем. Я вам желаю мира, всем вам желаю счастья, всем вам желаю Божьего мира. Шалом, шалом, шалом алейхем. Благословляю тебя, Израиль, я благословляю Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом. Шаббат шалом, Иерусалим. Шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, аллилуйя. Шаббат шалом, аллилуйя. Шаббат шалом, аллилуйя. Шаббат шалом, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь Боже, за милость и благодать Твою. Благодарю Тебя за удивительный шаббат Твой, чудо Твое в этом временном потоке, временном измерении. Великое чудо, память и памятник Твоему творению. О, великий Творец, Ты поставил печать. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Аллилуйя! Благословляю вас, братья, сестры, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа благословляю всех вас, во имя Господне благословляю. Ну все, шаббат шалом, начавшейся субботой. Почивайте, размышляйте, молитесь, кушайте, прославляйте Бога, танцуйте, восхваляйте Его, пойте Ему. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь. И с вечера до вечера продолжается этот субботний день, Господний день. Вот, слава Богу. В 6 утра, даст Бог, подключимся, подключайтесь к утренней молитве, субботней утренней молитве, да. Вот, и затем уже в общинах, в своих церквях, пусть Господь благословит, вот, это служение. У кого есть собрание, у нас собрания нет, у нас полностью покой. Здесь в Киеве, в нашей Киевской архиепископии, в субботу у нас именно полностью покою, посвящена Господнему, вот, Божьей милости, благодати. А само служение у нас в первый день недели, воскресенье. Начинаем трудовую неделю с богослужения, со служения, слава Богу. Вот, в арендованном помещении. Добро пожаловать, я буду проповедовать в воскресенье, это с 9 утра служение у нас. В 6 утра утренняя молитва, и потом в 9 утра трансляцию буду включать с Киева, станция метро Кловская, улица Первомайского, 6. Вот, так что, вот так вот. А завтра и еврейские общины, и киевская еврейская община Бориса Лучхриценко, и много других общин здесь в Киеве, разных, очень мессианских. Добро пожаловать в синагогу, пожалуйста, приходите на служение. Вот, я тоже завтра постараюсь побыть, даже, может, не в одной синагоге успею. Слава Богу. Вот, радостно славить Бога. Завтра в Украине еще празднуется День независимости Украины. Сегодня день прапора украинского, флага украинского. Вот, а завтра День независимости.
Вот, и даже вроде как парад будет. То есть, ну, посмотрим. Я думаю, возьму даже фотоаппарат и там что-нибудь поснимаю, даже еще интересно будет даже. Так что шаббат такой, шаббат-парад, парад-шаббат будет. Аллилуйя. Все, с Богом, благословляю всех вас во имя Господне. Шаббат шалом.